Виктория Романюк с нами на связи. Виктория, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Касательно фейков, честно, просматривая прямые эфиры российских СМИ, я специально беру и отсматриваю их, чтобы не было ни вырвано из контекста, чтобы был понятно полностью весь спектр, мягко говоря, тех фантазий, которые звучат в эфире прокремлевских федеральных СМИ, иногда я не понимаю, неужели в такой абсурд верят российские зрители? Банально, начиная даже про биологических комаров. Я помню, даже одна из российских актрис в российском эфире, в эфире российского канала сказала: «А как вы себе представляете биологического голубя, который заражает россиян? То есть он как-то должен отличать россиян от украинцев?» И тут все почесали голову и подумали: «А правда? А ведь как? Неужели такому верят? Скажите, пожалуйста». Ну, смотрите, я хочу вспомнить 2014 год, когда, в общем-то, мы столкнулись с этой безумной агрессивной фазой дезинформации и пропаганды, потому что она была и до этого. Просто она была в форме более мягкой. Так вот, когда мы анализировали российские медиа, контексты медиа, landscape, в 2014 году, то мы заметили очень интересную вещь. Одной из самых популярных тем, которая транслировалась на телеканале «Спутник», к примеру, это была тема, как это ни странно, не парадоксально, это была тема НЛО. А также мы видели множество различных тем, которые были связаны с такими, ну, неподтвержденными формами, ну, коммуникациями, такие как астрология, там, я не знаю, мифологии какие-то, НЛО, привидения и так далее. О чем это все говорит? К чему это все? Да, кстати, вот процент такого контента в российских медиа, пропагандистки прежде всего, он был огромен, он был очень большой. О чем это говорит? Это говорит, как это ни странно, не парадоксально, о тактике российской пропаганды формировать конспирологическое мышление в своей аудитории. Позже, во время коронавируса и эпохи COVID-19, мы увидели эти процессы более детально и интенсивно, каким образом формируется вот это вот конспирологическое мышление. В первую очередь, это мышление, в котором отсутствует линейность. И человек, которому не поддаются факты в линейности и нет взаимосвязи между фактами и какими-то логическими заключениями, он теряет эту связь. Он даже не пытается искать факт, ему подтверждение. Он не пытается видеть взаимосвязи между различными явлениями и фактами. Речь идет о переводе, о тотальном переводе общества из формы критического мышления в формат нелинейного эмоционального существования, в котором присутствует множество различных каких-то версий, мифов, страхов, сказаний, я не знаю, там шуток, анекдотов. Это все хаотически одновременно представлено, и вы правильно заметили, говоря и правильно показываете видеоряд, говоря о российском телевидении. Это же эмоциональный накал, тотальный эмоциональный накал. Это крики, какая-то поднятая агрессивная тональность повествования, постоянная какая-то экзальтированная форма вообще коммуникации. Так вот, вот это вот коллаж различных точек зрения, хаотических версий, мифов, конспирологических теорий, которые подается таким образом, эмоциональным, грубым, кричащим, это как раз вот такая вот, ну извините, форма зомбирования. Когда человек в этом агрессивном фоне, он перестает мыслить рационально и критически, он начинает мыслить эмоциями, он садится на вот эту вот подачу эмоциональную и просто поглощает эти фрагменты, обрывки фраз, цитат, версий. Естественно, в такой атмосфере, естественно, в таком информационном пространстве человек перестает мыслить, он перестает думать. И я думаю, что
после войны и после ряда судебных решений, после того, как, в общем-то, российское общество, если оно будет иметь возможность охладиться от этой агонии, наверное, начнется очень болезненный процесс, и я надеюсь, что он начнется, болезненный процесс переосмысления того, что происходило. Потому что это действительно работа с психикой, это работа, работа с массовой, да, с массовым сознанием российского общества. И это не только преступление против Украины и против других стран. Это преступление против россиян, которое они не осознали еще, не поняли. И, ну, наверное, это осознание будет достаточно болезненным. В свою очередь, я хочу с вами обсудить также ряд фейков, чтобы понять цель дальнейшую. Потому что мне кажется, что сейчас российская пропаганда бьет абсолютно по всем направлениям. В свою очередь... В эфире пропагандистских российских телеканалов распространяется видео, на котором якобы военнослужащие вооруженных сил Украины режут на Коране сало, а также разжигают им костер. Мол, вот такая религиозная нетерпимость в вооруженных силах Украины. И здесь, как пишет обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, помимо надуманной темы, бездарной постановки и слабой проработки актерской игры, необходимо обратить внимание на другой контекст, что с начала 2023 года в Стокгольме также показательно сжигался Коран таким себе деятелем Расмусом Палуданом. Этот поступок был направлен на разжигание неприятия между Швецией и Турцией. Но самое интересное, кто за этим стоял? Давайте услышим прямую речь и обсудим. Освещение этого акта вандализма осуществлялось журналистом Чангом Йоханнесом Фриком, владельцем онлайн-издания «Нихетер Идак», а также ведущим на телеканале SDRX, до того работавшим в Russia Today и делавшим репортажи для российского пропагандистского ресурса «Раптли». Связь между вандалом из Стокгольма и российскими агентами влияния очень быстро всплыла на поверхность. Теперь же российская пропаганда пытается одним выстрелом убить двух зайцев, дискредитировать Украину среди мусульман, а также отвлечь внимание от действий своей агентуры в Швеции. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». То есть я правильно понимаю, российская пропаганда сейчас бьет по направлениям межрелигиозной, также по направлениям языковой, мы прекрасно помним, как это было, как это есть, как это продолжается. Мол, якобы в Украине притесняют русскоязычных, хотя Российская Федерация сама же в большинстве своем русскоязычные города в восточной части Украины уничтожает и просто выпаливает до последнего кирпичика. Неужели вот эта пропаганда намного мощнее сейчас для российского зрителя, чем обычное мышление, мышление логическое? Ну, смотрите, большое спасибо за ваш пример. С начала войны и активного агрессивного вторжения Российской Федерации в Украине Ступфейк открыл турецкую службу, и мы распространяем наши новости на турецком языке. И вот тот пример, о котором вы сказали, нашли наши фактчекеры и сразу же взяли в работу, и мы обговаривали в команде эту историю. Она действительно очень серьезная, особенно для турецкой аудитории, турецкоязычной аудитории. Итак, отвечаю на ваш вопрос, с чем связан этот фейк и почему они работают с такими тематиками и такими направлениями. Для Российской Федерации сейчас самая главная задача — это сломить сопротивление. Сопротивление не только украинцев, но прежде всего союзников. Сделать так, чтобы поддержка Украины была максимально ослаблена, сделать так, чтобы началось недоверие, начались сомнения, которые они уже присутствуют, потому что чем дольше будет длиться эта история, тем больше сомнений и усталости будет у всех. И это тоже на руку Российской Федерации. Для Российской Федерации очень важно создавать мелкие конфликты, которые подрывали различные общества изнутри. Не на уровне политики, потому что политики и представители власти различных стран и различных международных организаций уже четко продемонстрировали свою позицию, и она здесь ясна. Но мы понимаем, что создать конфликты в обществах, создавая какие-то дискомфортные ситуации, конфликтные ситуации у населения религиозных групп, это означает давление на власть,
изнутри. А поэтому Российская Федерация манипулирует и провоцирует именно общество, различные целевые аудитории, и для этого используют темы, связанные фактически с двумя категориями. Это ценностные категории, и здесь вы правильно назвали эти ценности. Это язык, это религия, это история, это культура и так далее. И вещами, которые связаны с базовыми потребностями. Это фактически еда, это экономика, это электроэнергия, это вообще энергетическая система в целом. Да? Это, и в принципе на этих двух китах и построены все манипуляции и фейки российской дезинформации. Кроме фейк, о котором вы говорите, о том, что якобы украинские военные резали сало на Коране, а этот фейк, он очень четко позиционирован на турецкую аудиторию и разгонялся именно в этом сегменте. И здесь, конечно же, речь идет о том, чтобы сломить поддержку, которая идет там, от турецкой власти, через общество, через религиозные структуры, да, потому что мы понимаем, что если поднимется общество, то власть будет реагировать, и она будет прислушиваться к своим гражданам прежде всего, и на это расчет. И здесь тоже хочется вспомнить недавно фейк о том, как российская дезинформация рассказывала о том, что якобы венгры в Украине, венгров будут всех массово мобилизировать в украинскую армию, что было тоже совершенно неправильно, потому что согласно украинскому законодательству все призываются в армию. Соответственно, до законодательства у нас нет каких-то разделений национальных и особенностей. Это была манипуляция, которая тоже была связана с чем? Она была связана с какими-то конфликтными, потенциально конфликтными ситуациями, потому что мы понимаем, что тема Венгрии и венгров в Украине, она тоже достаточно проблематична. И здесь вы абсолютно правильно отметили, Россия ищет болевые точки, болевые моменты, с которыми очень легко играть, которые очень легко провоцировать для того, чтобы создавать различного рода конфликты в самих обществах и сообществах религиозных, там, социальных групп, национальных групп и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы изнутри уже давить на власти, давить на людей, которые принимают решения, давить, в общем-то, на политику государства. Еще один момент, который хотел бы акцентировать, на котором хотел бы акцентировать внимание. Вот не просто так мы назвали тему «Москва отвлекает внимание от войны». Видим, что уже более чем 7 месяцев самые активные боевые действия именно в Бахмуте. Российская Федерация, напомню, пытается окружить Бахмут. Это не удается сделать, потому что вооруженные силы Украины дают очень мощный отпор. И по факту, вы помните, да, как Симоньян, Скобеева, Соловьев говорили, что Киев за 3 дня возьмут, а по факту маленький городок Бахмут не могут взять за 7 месяцев. А взятие того или иного села, где по факту проживали там десятки или же сотни людей, взятие села они считают огромной победой на фронте. Это я о чем? Сейчас, когда так называемая спецоперация уже длится более чем 3 дня, уже более года она длится, сейчас Маргарита Симоньян, я считаю ее одной из самых главных пропагандисток. Мне кажется, она озвучивает абсолютно все точь-в-точь, о чем думает Путин. Это мое личное мнение, судя по действиям. И она последнее время, последние эфиры, вот я видел четко ее 3 эфира последних, и 3 месседжа были такими. Российская Федерация с Украиной не воюет. Российская Федерация воюет с НАТО в Украине. И она приводила пример, что она общалась со своими с друзьями, которые якобы воюют в СВО, так называемой, где эти друзья говорят, что воюя с вооруженными силами Украины, они ни русского, ни украинского языка там не слышали. Слышат там немецкий, польский, вот все языки. Вы понимаете, до какого маразма доходит объяснение главной пропагандистки, что якобы поляки, немцы, чехи, все воюют на территории Донецкой, Луганской областей,
но только невооруженные силы Украины. То есть для меня это кажется, как для человека здравого, умеющего анализировать информацию, мне кажется, что уже оправдания, простите, высасывают из пальца, придумывая на ходу. Даже если представить на секундочку, как в реальности происходит так, что идет российский военный, допустим, на где-то окраине Бахмута и видит поляка, пообщался с ним, пошел дальше. Так это происходит? Или как? Ну, настолько выдуманные бредовые истории. Вы подобное фиксируете? Ну, естественно, потому что это один из ключевых нарративов о том, что в Украине воюет НАТО. И, в принципе, ну, на самом деле тема Украины, она очень интересна в российской пропаганде, потому что, с одной стороны, они очень четко заявляют, что мы один народ, там это все братья, и они идут нас защищать, а здесь воюют НАТО. С другой стороны, они говорят, что, опять же таки, мы один народ. А вот то, что происходит в Украине последние там, 9 лет, это все хунта, бандеровцы и фашисты, с которыми они борются. Этот нарратив тоже я сказала уже и говорила уже о том, что он присутствует в российской пропаганде как основная идеологическая линия. Начиная с 2014 года, а то и раньше, потому что мы находили примеры. И, кстати, вот интересно, а факт, фильм Бодрова «Брат», почему его запретили? Если вспомнить цитаты героя, где он говорит, там идет сцена в ресторане, возможно, вы помните, и они, там начинается потасовка и перестрелка, и вот главный бандит, который со Львова, и там, в ресторане Львове он говорит на украинском языке, его убивают, и в конце говорят, вы нам за Севастополь ответите. Так вот, интересно, что этот фильм был снят там, в начале 2000-х годов, а фактически были зашиты все ключевые нарративы, которые сегодня стали причиной войны. Это о том, а на самом деле, когда началась эта дезинформация. Она началась не в 2014 году, она началась значительно раньше, потому что тема Крым, бандеровцы, Львов и какие-то непонятные украинцы, с которыми нужно там бороться, она уже давным-давно была в российском дискурсе. Так вот, о чем я хочу сказать, что в идеологии Кремля и идеологии России, в общем-то, наверное, с очень долго, и это не только последние там, 10 лет, очень четко представлена вот эта вот победность, да, и тема победы во Второй мировой войне, тема с глобальным фашизмом, глобальным злом, и здесь Россия представляет себя великим таким победителем. А в этом контексте на самом деле прописаны нарративы и современные, потому что, как мы видим, с одной стороны, они борются с фашистами, которые здесь есть якобы на Украине, а с другой стороны, они борются с глобальным злом, которое уже сейчас представляет знак. Великая, могучая Россия в представлении Путина и его окружения, она не может априори год бороться там, с маленькой Украиной, с непонятными какими-то бандеровцами, бандитами, как они там говорили очень часто. Им нужно тоже нарисовать такого же мощного противника. И Украина здесь, в принципе, этот контекст не попадает, потому что ну, это раскрывает действительно путь для осмысления того, что же на самом деле происходит, и это невыгодно российской дезинформации. Естественно, Россия рисует себе очень какого-то серьезного противника, который, по мнению дезинформации и российской идеологии, является только Запад, только Соединенные Штаты Америки, только Евросоюз. И, кстати, вот Евросоюз не настолько является противником дезинформации, как Соединенные Штаты Америки. И это хорошо ложится в эту концепцию борьбы, войны, борьбы с глобальным злом. Уж совсем не какая-то там небольшая по сравнению с той же Россией и Украиной. Уж совсем не какая-то группа бандеровцев, которая, по мнению дезинформации Кремля, там, является уж таким огромным злом для этой большой страны. Нет. Эта схема является действительно странной, эта схема является невыгодной для Кремля. Здесь проще говорить о том, что мы любим украинцев, мы там с ними братья, мы их защищаем от кого-то, хотя это тоже уже не понять, как они защищают. А рисовать в сознании
своей аудитории то, что они победители, и они борются с большим, огромным, глобальным мировым злом, который, по их мнению, является Соединенные Штаты Америки, НАТО, ну, там немножко Евросоюз, хотя Евросоюз они рисуют не таким опасным, чаще высмеивают, чаще смеются, нежели там рисуют его каким-то злом. Вы сейчас говорите то, о чем я наблюдал в архивах видео, очень популярными сейчас, особенно в таких социальных сетях, как там Инстаграм, ТикТок, да, появляются видео российской пропаганды во времена еще далекого Советского Союза. Если помните, когда, например, говорили, интервью брали у детей, когда открыли первый Макдональдс в Москве. И дети в шоке говорили: мы пришли, а тут так быстро нам приготовили еду, она такая вкусная, так все аккуратно, все улыбаются, такие культурные. Это не то, о чем мы видели по телевизору, когда говорили, что в Америке едят крыс, едят собак, и банально даже не знают, что такое мыть руки. Вы представляете? То есть по факту методички те же самые используются, что и в далеком Советском Союзе, и сейчас. То есть тактика российской пропаганды не меняется. И к чему это говорю? Я хочу процитировать Василия Небензю, это посол России при ООН. Он сказал в очередной раз, уже в 2023 году, 21 век, что в Украине свирепует русофобия. Об этом он в очередной раз заявил, сославшись на якобы запрет русских книг, языка и памятников. Разумеется, на это отреагировал и представитель Украины Сергей Дворник, проведя параллель между нынешним российским режимом и нацистской Германией. Как это было, давайте услышим. У свирепствующей на Украине русофобии есть много проявлений. Помимо тех, что я уже упомянул, это и борьба с русскими книгами. Их сейчас, как нацистской Германии, уничтожают. Это и постыдная борьба с памятниками. The Nazis made allegations of oppressions against Germans abroad. Нацисты делали утверждения о притеснении немцев за границей одним из центральных элементов своей пропаганды. Ложные утверждения о дискриминации немцев использовались как оправдание агрессивной экспансии, аннексий и зверств. Столь большое сходство с курсом действий России, в том числе здесь, в Совете Безопасности, дает понять, что кремлевский преступный режим также должен оказаться на скамье подсудимых после военного поражения в Украине. Небензя с таким грустным лицом это говорил, что мне кажется, что он уже сам даже понимает, что какой же бред я несу в современном мире, когда у людей есть банально доступ к социальным сетям, доступ к абсолютно любым информационным месседжам, которые очень легко проверить. На завершение я спрошу вас, считаете ли вы, что российская пропаганда, знаете, как перед смертью уже пускает свои судороги и уже просто бесится, и уже просто не знает, как действовать дальше. И начинает брать все, что только возможно, цепляться за все, что угодно, выдумывать, додумывать, придумывать. Проигрывает сейчас информационное пространство российская пропаганда или же нет? Вы знаете, в коммуникациях есть правило такое, что мы не ставим финальной точкой. Я думаю, что пропагандисты это точно понимают. А в коммуникациях нет какой-то финальной точки победы или поражения. Это процесс. И кто дольше выстоит в этом процессе, и кто будет увереннее транслировать свою позицию, наверное, тот и победит. Поэтому для российской пропаганды вот эта систематичность является самой главной. Если мы сумеем сломить эту систематичность, эту машину в корне, мы можем говорить об успехе. Если же мы не сможем это сделать, и она вновь и вновь в различных интерпретациях, в различных формах, в различных ситуациях будет мимикрировать, подстраиваться и продолжать существовать, то, конечно же, эта борьба будет бесконечной. Поэтому тут я тоже хочу вспомнить множество примеров о том, что сколько фейков мы не опровергали и не выносили на смех
публично на различных площадках, в том числе на международных, именно таких глобальных международных, вспомним о распятом мальчике, это никак не останавливало российскую пропаганду. Они продолжали вновь и вновь повторять эти темы. Для них не самая главная какая-то финальная победа. Для них самый главный процесс, который в коммуникациях и в коммуникационных, в поведенческих вещах является очень и очень опасным. Поэтому для нас самое главное не искать какой-то финальной точки победы, где мы сможем расслабиться и отдыхать, и жить в мире, в котором не будет дезинформации и лжи, а мы должны готовить систематические подходы, очень серьезные, очень жесткие, очень категоричные, для того, чтобы на корне эту машину сломить. Виктория, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, обсудили ряд таких тем, на самом деле их очень много, но я считаю, что поэтапно будем давать опровержение на каждый фейк, который публикует российская пропаганда. Спасибо вам большое, напомню, заместитель главного редактора проекта «Стоп фейк» Виктория Романюк была на прямой связи с нашей студией.